Всем постам! Полная мобилизация! Направляйтесь к башне Фиска! Фиска? Вы задержали его? Нет. Мы у башни Фиска, но все еще ждем ордера. Можно я загляну на вечеринку? Знаешь, какие у него адвокаты? Нужно сделать все строго по закону. Да брось, Юрий, я этого 8 лет ждал. Правда, хочешь помочь? Отправляйся на Таймс-сквер. Там его парни решили задержать в пути мою группу поддержки. Понял. Будет сделано. Алло? Паркер, где ты? Нам нужно хоть раз прогнать демонстрацию до приезда комиссии по грантам. Да. Простите, да. У меня тут личное дело. Скоро буду, обещаю. Надо быстро закончить и бежать на настоящую работу. Юрий вызвала кавалерию. Нам нужна помощь! 10:32, Таймс-сквер, мы тут под обстрелом. Пора пробивать. Заказывал двойную порцию тяжких телесных. Знаете? Я сегодня что-то бодрый такой. Следующий. Закончил. А вы? Мы сейчас начнем. Скоро буду. Не терпится увидеть, как ты защелкнешь на Уилле наручники. Так, Юрий, готово. Что происходит?
Юрий? Юрий! Так и знал, что Фиск поднимет шум. Людей. И закройте небо! Юрий, ты как? Если он выберется из здания, не поймай. Ну, я тогда... Начинай. Да! Время пришло, Вилли! Берегись! Эй, ты куда это? Лови! Я расчищу путь, за мной! Уходи, паук, мы сами справимся! Не хочу вас огорчать, но вы уже не справились! Он же все испортит! А, спасибо за поддержку, ребята! Вот она, некомфортная рабочая среда. Кажется, это все. Вперед, вперед! Они вырубили лифты! Лестница! Я предпочитаю более прямой подход. Человек-паук, как там? Поднимаюсь потихоньку. И надеюсь, что никто не включит лифты. Наши вертолеты под обстрелом. Фиск расставил своих бойцов на всех этажах. Он в отчаянии. И бросил на нас все, что у него есть. Найду его и покончу с этим. Рано. Мы перехватили их разговор, они чистят серверы с данными. Нам нужны доказательства, чтобы засадить его надолго. Так, значит, серверная. Звонок от Мэй. Лучше отвечу. А, привет, Мэй. Что ты там делаешь? Смотрю супергеройский фильм. Как жизнь? Хотела напомнить, что завтра вечером у нас ужин. Точно! Слушай, у меня тут... Противник! Хорошо. Люблю тебя. Я тебя тоже. Человек, ну! Ты это заслужил. Как это может хорошо закончиться? Если мы не справимся, Фиск уроет нас! Надо найти серверную, пока улики еще там. Если я пойду здесь, они уничтожат все улики. Надо проникнуть по-тихому. Вот так лучше. Нормальные герои всегда идут в обход. Может, Фиск и грязный бандит, но в вентиляции у него на удивление чисто.
Они такие милые, когда беспечные. Допусти. Половина готова. Еще минута две и все. Как думаешь, копы знают, где мы? Это техподдержка? Я забыл свой пароль. Человек паук! Задержите его! Внимание! Полное форматирование. Удаление еще не завершено! Надо попытаться спасти хотя бы остатки данных. Посмотрим, как у них с безопасностью. О, нет последнего обновления. Прячешься в серверной? Какой трус. Не ожидал. Говорит парень, удаляющий историю запросов. Глупый мальчишка, жизнь тебя так ничему и не научила. Да, но в том-то и моя прелесть, верно? Проклятье. Выломайте дверь, живо! Прикончить его! Уничтожить сюда! Посмотри вокруг! Это все создал я! А чего в своей жизни добился ты? Ну, однажды я между делом задержал одного напыщенного криминального босса. Окружи! Если я уйду, весь сброд этого города вылезет на улицы, и виноват будешь ты! Ты славно потрудился, Фист. Мне почти жаль тебя. Это только пролог. Что ж, перейдем к основному действу. Юрий, взрыв только что... Я видела. Похоже, Фиск тут все заминировал. Я вызываю саперов. Им никто не помешает. Убить его! Кажется, это все. Чисто, вперед! Эй, вы! Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Похоже, они заперты. Ты иди к ним! Мы найдем бомбы. На помощь! Кто-нибудь! Все на выход! Всем покинуть здание! Кажется, там еще есть... Я их найду. Человек-паук, не вылезти! Мы застряли! Я подниму. Освободитесь, выбирайтесь. Помогайте тем, кто ранен. Ясно? Ну, вперед! Я уже на подходе. Человек-паук, это Юри. Как там, капитан? Могло быть лучше. Наши вертолеты потрепали, пришлось их увести. Если за Фиском прилетит вертолет, ему никто не помешает. И если улетит, догонять будет некому. Почему у меня такое чувство, что он спланировал все заранее? Это на него похоже. Черт! Юри, врачей сюда, срочно! Попытаюсь. Ложись! Я вышибу тебе мозг! Побаловался и хватит. Еще ракеты? Это уж слишком, нет? Ракетчика! Попался!
Ну и как бы саперы смогли здесь пройти? Спокойно. У меня на всех хватит. Вниз! Это заслужил. Так, тут чисто. Саперы должны быть где-то впереди. Надеюсь, они живы. Вы в порядке? Мы как раз хотели звать подмогу. Так это я? Ты вперед, мы пойдем за тобой. Эй, босс. Списком? А, у меня слишком богатое воображение. Итак, ваш план не сработал. А теперь план Б. Получить по морде. Эй, Юрий, похоже, кое-кто из ваших работал на Фиска. К счастью, это была последняя линия обороны Уилли. Я у входа в кабинет. Задержи его. Быстро. С радостью. Пишешь мемуары? Не забудь дефис между человек и паук. Готовьте вертушку. Я скоро буду. Я удивлен, что ты добрался. Но отсюда ты не уйдешь. А, ты же понимаешь, что я тебя вижу, да? 8 лет этой наглости. О, это мне не стоило! Подожду нужного момента. Перезарядка. Что ты делаешь? Может быть. Что такое, Уилли? Ты недоволен? Я тебя уничтожу! Ты уж постарайся! Вот мой момент! Ah!
всех бедах этого города! Ха. Я хотел сказать так про тебя. Вы знаете, что делать! Окружить! Идиоты! Вас учили драться, так деритесь! Слишком быстро! Защищайте босса! Нет, я сам справлюсь! Кретины! Ну и где же подкрепление? Не знаю, босс. Как жил, никому не нужны. Ты уж постарайся. Что насчет поцелуя? Ладно, в другой раз. Наконец-то едешь в Райкерс, да? Думаю, у тебя тут врагов даже больше, чем у меня. Если ты думаешь, что не будет никаких последствий... Ой, мне пора. Эй, удачи, Вилли. Чувствую, она тебе понадобится. Идиот! Я сохранял порядок в этом городе! Один месяц! Один месяц, и ты пожалеешь, что меня нет! Главарь отправляется за решетку. Конец эпохи. Такое стоит отпраздновать. Может, отпуск возьму? Скоро будет здесь. Надо проверить оборудование. Совсем рядом, в паре кварталов. Ой, придется все делать самому. Не надо, это опасно. Ценю энтузиазм Дока, но иногда он перебирает с ним. Надо поспешить, пока он не покалечился. Thank you.
Простите, опоздал. Я... Вы начали без меня. Глава комиссии по грантам скоро прибудет. Ты что, Паркер? Я изобрел это оборудование, значит, справлюсь с ним. Гаситель колебаний! О, черт! А, может быть, отключить? Еще нет. Сейчас! Доктор Октавиус, вы в порядке? Опять неудача. Но почти. Пострадавших нет? Нет, это все из-за меня. Затраты энергии превысили ожидания. Но в каком-то смысле это тоже неплохой результат. Результатом здесь не пахнет. Уверен, следующий этап... Не будем забегать вперед. Мы можем где-нибудь еще это обсудить. Может быть, тебе сегодня взять отгул, Питер? Но... Потом поговорим. Это бред какой-то. Как глушитель мог не выдержать? Да, док выгнал меня на выходной, но сперва разберусь, что пошло не так. О, ты не в лучшей форме, малыш. Посмотрим, что с тобой не так. Плата сгорела. Паршиво. Если бы я не опоздал на проверку, я бы заметил. Вышла. Ага, перенаправим сервопривод.
дальше? Сбалансируем напряжение. Закончим. Посмотрим, что будет. Как новенькая. Док испытывал новые материалы для протеза. Он просил меня просмотреть работу, когда будет время. Оно пришло. Док проводил испытания с новым материалом для протеза. Гидрогель-полимерный композит. Прочно, но сопротивление велико. Скажу доку, что стоит попробовать что-то еще. Так, ладно. Надо уходить отсюда, пока я все окончательно не испортил. Человек-паук, это Юрий. А Фиск уже в Райкерс? Не в Райкерс. Наш парень заслужил наилучшие условия. Он на плоту. Ага, со Скорпионом, Электро и компанией. Фиск должен быть польщен. Такая компания. Можешь заглянуть в участок? У меня есть задание как раз для такого уникума, как ты. Для тебя, Юрий, что угодно. Уже в пути. Похоже, Джеймсон выпустил новый эпизод. Интересно, что мой главный фанат думает о победе над Фиском? Это только факты с Джейм, Джон и Джеймсоном, где слушатели обсуждают происшествие с лауреатом Пулитцеровской премии... Дважды! С дважды лауреатом Пулитцеровской премии, бывшим редактором Daily Bugle... Эй, упомяни книгу! И, как всегда, если вы закажете книгу мистера Джеймсона «Человек-паук. Опасность или угроза» в течение суток после эфира, вы получите копию с бесплатным автографом. Без пожеланий. Не просите. Не получите. Добро пожаловать только факты с Джейм, Джоном и Джеймсоном. Мы расскажем вам обо всех угрозах нашему городу. Перейдем к звонкам. Говорите. Вы признаете, что Человек-паук заслужил наше доверие за победу над Фиском? В смысле, бандит должен сидеть в тюрьме, правда? Серьезно? А вы скажите мне, кто? Полицейский? Прокурор?
А может, признанный журналист с огромным опытом работы, как я? Нет, водопроводчик. О, прекрасно. Тогда чините мой сортир и заткнитесь. Я расскажу вам кое-что о криминальных боссах. Стоит арестовать одного, и каждый пацан с пушкой и золотой цепью на шее решает, что он теперь крестный отец. На улицах начнется война между бандами. По вашему паутиноголовому кретину не все равно? Ошибаетесь. Он телезвезда. И для него это главное. Зато я могу спокойно купить медную трубу без откатов. Так что пока война не началась, я на его стороне. Посмотрим, как вы запоете, когда три новых бандита заставят вас... Ты бросила курить. Что теперь говоришь людям, когда идешь сюда? Что хочу отдохнуть от их дерьма. Понятно. Так, зачем ты звонила? Не с кем пойти на полицейский бал? А у тебя есть смокинг? В этом году бала не будет. Слишком много потратили на систему наблюдения Оскорб. Оно же того стоило? Ну да. Еще час назад. Но система упала. Весь город. Все вышки. Как? Говорят, кто-то поломал главный сервер, и все вышки отключились. Что, свои? Возможно. Потом с этим разберусь. Сейчас нужно снова подключить все вышки. И быстро. И ты позвонила мне? О, как мило. Я позвонила, кому доверяю. Плюс на линии помехи, и мы не знаем, что делать. Обожаю сложности. Сломаешь, заплатишь. Я думал, ты мне доверяешь. Проверю-ка я эту вышку. Входные частоты смещены. Изящно. Наша вышка снова заработала. Ты помог? Ну, я ж не только симпатяга. То, что ты сделал, это можно повторить с другими вышками? Ага, но знаешь, что для починки мне пришлось залезть в ее программу. Я теперь тоже получаю все отчеты. Похоже, тут неподалеку сейчас кража со взломом. Ясно, хорошо, что там наш отряд. Не утруждайтесь, я займусь. Давай. Прикрывай. Теперь уверен, что они не забыли ключи. Быстро! Найди его! Ты что будешь это делать? Не так уж перекрывай! Все, готово. Спасибо. Еще недалеко от тебя разбойное нападение. Везучий это, Юрий. Твой любимый, грубый, но милый опытный детектив готов к бою. Чего? Нет, 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 ты обещал, что больше не... Коп-паук. Нет, не надо. Так это ты, стукач. Отвали, урод. Точняк, это она.
Я сказала, отвали! Отстаньте от меня! А ну потише, леди! Не трогайте! Отстань от нее! Готовься, слабак! Уходи, или она умрет. Отпусти! Все в порядке. Я знала, что Джеймсону нельзя верить. Ты немного странный, но с добрым сердцем. Вас куда-нибудь проводить? Я сама справлюсь. Не сомневаюсь, но имейте в виду, есть такое место, центр пир. Видела. Мне не нужны подачки. Там лучшие оладьи в городе, уверяю. Мама когда-то пекла оладьи. Я не пробовала их уже давно. Я зайду туда. Спасибо, парень-паук. А человек-паук? Ну. Оттуда можно разглядеть следующую вышку. Поднявшись на вершину, коп-паук разглядел свою цель. Вторую охранную вышку. Это ты про себя, что ли, вещаешь? Что? Нет, конечно нет. Шеф никогда не понимала копа-паука. Считала его диким зверем. Я уже жалею. Можно настроить эти вышки не только на преступления. Теперь вышки ловят все радиочастоты. И поблизости тут что-то есть. Что же это? Извините.
Это же мой школьный рюкзак. Я забыл, что цеплял на них маячки. Интересно, сколько таких по всему городу? Ты еще там? Недалеко от тебя ограбление. Коп-паук в деле. Он и человек, и паук, но главное коп. Открывай сейф! Живо! Эй, парни! Да! Человек-паук, стреляй! Еще? Будь вы так усердны на нормальной работе, не пришлось бы становиться преступниками. Ты об этом пожалеешь, человек-преступник! Так, Юрий, сейчас починю последнюю вышку в Чайнатауне. Ты не хотел сказать, коп-паук ее починит? Я тут подумал, Юрий. Служба закону – удел молодых. А коп-паук, он уже слишком стар для этого. Надеюсь, все идет туда, куда я думаю. С сегодняшнего дня коп-паук в отставке. О, слава богу, за это надо выпить. Мы все пьем сегодня, Юрий. Память о копе-пауке безвременно... Юрий? Юрий, ты тут? Наверное, не выдержала эмоциональности момента. Плохо. Нельзя, чтобы три волоска на моей груди попали на камеры. Инструменты для ремонта костюма в лаборатории. Интересно, доктор Октавиус уже ушел? Доктор, как все прошло с комиссией? Мне жаль, что я все испортил. Нет, Питер. Они просто боятся величия нашего грядущего триумфа. Они успокоятся, вот увидишь. Мне прибраться в лаборатории? Нет-нет, я все равно ухожу на ужин. Продолжим завтра. Отдохнем и продолжим творить будущее. Его оптимизм на развес бы продавать. Похоже, до завтра он не появится. Можно заняться костюмом. Thank you.
мостам. Произошла авария. Люди не могут выбраться. Немедленно выезжайте в Челси. Прием. Кажется, док до утра не вернется. Пора заняться паучьими делами. Мы пробуем улучшить наш новый протез. Я должен просмотреть исследование дока и перепроверить его работу. Пытался улучшить отзывчивость пневмопривода. Здорово. Очень плавный отклик. Так, теперь настроим силу хватки протеза. Так-то лучше. По крайней мере, кости, пожимая руку, не сломает. Интересно. Вычисление дока по системе пространственного отображения.
Круто. Руки теперь будут ощущать... Настрою гироскоп руки на автоориентирование. Настрою гироскоп руки на автоориентирование. Док пытается уменьшить общее энергопотребление протеза. Настрою гироскоп руки на автоориентирование.
Настрою гироскоп руки на автоориентирование. Готово. Это поможет держать равновесие тем, кто будет носить протез. Док пытается уменьшить общее энергопотребление протеза. Отлично. Так более рационально и безопасно.
Паркер! Доктор Октавиус, я... Что это у вас там? Лапша. Если бы я знал, что ты тут, я бы... Что это у тебя там? Да так, один проект. Ну да. Это ты. Я не знаю, да что... Да брось, Паркер, это же очевидно. Я объясню. Что ж ты раньше не сказал? Я хотел. Но боялся, если кто-то узнает, моя семья будет в опасности. Да. Раз ты делаешь ему снаряжение, то под угрозой ты тоже. Да. Ну, да. Не бойся. Я нем как рыба. Ну, я, пожалуй, пойду. Проверь почту. Надеюсь, док не уволить меня хочет. Питер, когда я... Белый паук? Должно сработать. Извините. Привет, Нью-Йорк! Ага! Новый костюм, старый добрый я. Человек-паук. Думаю, я поняла, как люди Фиска все еще ведут его дела. Его стройплощадки. А ее не закрыли после его ареста? Нет, это одно из его законных дел. Много инвесторов. Без причин мы не могли. Но сейчас причина есть, да? Поэтому я надеялась, что ты осмотришься там и скажешь, если найдешь что-нибудь. Понял тебя. Стану любопытным соседом-пауком. Юрий, я на стройке Фиска, и тут куча парней, которые совсем не строительством заняты. А что они делают? Сейчас я это выясняю. Ха, док прислал сообщение. Похоже, новая идея паучьего гаджета. Он хоть во сне перестает изобретать? Ух ты! Похоже, может сработать. Так. Не могу прочитать. Почему? Шикарно! Доку понравится! Не верю, что человек-паук победит. Ничего еще не закончено. Я знаю. Но помню, когда был еще хулиганом, босс регулярно разделывал его под орех. Я думал, босс его тогда и убил. Может, и убил.
Леди говорит, что Человеков-пауков много. Прикуси еще. Я помогала на армии Человеков-пауков. Вы тут новички. Так что запомните правило номер один. Вам не стоит опаздывать с доставкой. Никогда. У босса строгий порядок. Он не... Там кто-то есть? Вижу его! Вот тебе! Потери! Человек-паук, научим его. Черт, еще парни. Проводи ему череп! Человек-паук, мы накрыли 4 нелегальных торговцев оружием в паре кварталов от стройки. Торговля оружием. Попробую перекрыть поставки. Кажется, они позвали друзей. Снимите с меня эту дрянь! Привет еще, парни! А у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Предлагаю сдаться добровольно. Нет? Идем! Теперь тут чисто, капитан. Только все в паутине. И кто-то наконец сообщил о выстрелах. Отряды уже в пути. Хорошая работа. У Фиска есть еще стройки в городе. Уверена, это тоже прикрытие. Наведайся туда и сообщи, если увидишь что-то подозрительное. Если я хочу найти все стройки Фиска, нужно перенастроить мой навигатор на повышенную точность. Это можно сделать, используя объемную обработку фотографий популярных мест. Пожалуй, я знаю, откуда начать. Старый добрый Empire State. Люблю этот город. А теперь фоточку.
Так пойдет. Карта сейчас перенастроится. После ухода из Бьюгла я почти не фоткал. Уже забыл, как это здорово. А, это мистер Ли. Алло? Питер, это Мартин Ли. Хотел тебя предупредить, у нас еще не все готово к вечеринке. Курьер с тортом, кажется, застрял в пробке. А, конечно. Скажите, как будете готовы, я заскочу. Отлично, до связи. Так, появилось свободное время. Посмотрим, что творится в городе. Мистер Маггинс, если вы насчет аренды... Мистер Паркер, этот звонок – третье и последнее предупреждение. Процедура выселения... Подождите, у меня зарплата в конце недели. Я... Процедура выселения начнется вечером в пятницу, если вы не погасите задолженность. Всего доброго. Ага, и вам. Мистер Ли? Питер, у нас все готово, ждем только тебя. Отлично, уже в пути. Всем постам сообщено о незаконном вторжении. Выезжайте во Флетайрон, прием. Так, где я бросил сумку? Мистер Ли на кухне. Готовится к вечеринке. А моя собака? Привет, Питер. Почему они не отвечают? Привет, ребята. Как игра? А как тебе кажется? Я побеждаю. Похоже, у него уже маразм, Пит. Я почти размазала его. Привет, Питер. Как оно? Да так, зашел. Мартин,
Простите, опоздал. Как раз вовремя. Просто отвлекай ее, пока мы тут не закончим. Понял. Вот и моя любимая тетя. Питер, какой сюрприз. Тебе помочь? А, ну да. О, есть тяжелые коробки. Нет, 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 я хотел сказать не сейчас. В смысле, я хотел... Я просто хотел поговорить. Ну что ж. Ладно. Питер, у тебя проблемы? Нужны деньги? Нет, нет, то есть я немного должен за квартиру, но не-не-не, нет, не надо. Опять что-то с девушкой, а? Что? Нет, ну что ты? Я так хочу, чтобы с МДЖ все наладилось, она милая. Да, но... У вас были бы чудесные детки. Питер, в чем дело? Ну давай, расскажи мне. За эти годы ты помогала мне с колледжем и работала здесь. Ты так много отдаешь и ничего не просишь. Я бы хотел, чтобы в мире было больше таких, как ты. Он прав. 5 лет назад ты вошла сюда и сказала, что тебя вдохновила моя помощь людям. Теперь ты вдохновляешь меня. Мэй, спасибо тебе за все. Впереди много работы. Спасибо еще раз за этот праздник. О, я хотел бы сделать больше. Ну, как говорит Мэй, ты помог одному. Ты помог каждому. Может, нам стоит отправить Мэй переговорить с мэром. О, надо бежать. Спасибо вам еще раз за вечер. И вообще, это правда важно. Сообщение от Юрия. Послушаю снаружи. Эй, Пит, рад тебя видеть. Голосовое от Юри. Привет. На аукционе, продающем имущество Фиска, сработала сигнализация. Можешь проверить? Только тихо. Не хочу поднимать шум на пустом месте. Имущество Фиска? Интересно. Кто же прятал главарь в своих чуланах? Пришлось пойти в лабораторию. Прости. Не извиняйся. Просто знай, то, что ты сказал, для меня очень важно. Я всегда сомневаюсь, так ли веду себя с тобой. Ну, не сомневайся. После гибели родителей и дяди Бена, если бы не ты, я много раз развалился бы на части. То же самое я могу сказать про тебя, Питер. Хочу, чтобы ты это знал. Мэй, я не знаю, что сказать. Кажется, мистеру Ли нужна моя помощь. Мне пора. До скорой встречи, дорогой. Я тебя люблю. И я тебя. Внимание! Очевидец сообщил о сделке наркодилеров. Следуйте в центральный парк. Сказала тихо. Лучше поискать заднюю дверь.
Внимание всем, происходит вооруженное ограбление. Я теряю терпение. Где эта папка? Здесь кто-то еще. Наверное, он его взял. Эти маски. Кто же они? Здесь нет никого, кроме нас. Мы найдем папку. Или ты умрешь. Все плохо. Вспугну их, она умрет. Сниму их незаметно. Юрий, тревога не учебная. Парень в маске и с оружием взял заложника. Похоже на ограбление. Принято. Посылаю к тебе отряды. А ты пока следи, чтобы ситуация не ухудшилась. Есть, мэм. Нужно по-тихому, чтобы никто не услышал. Закутанные в паутину, они выглядят так мирно. Надо подцепить его сверху. Осторожно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
тише. Кто-то идет. Истощается. Клянусь, она мне не показалась. Папка наверняка у нее. Если они здесь, то где же они? Не знаю. Не знаю. Я просто не знаю. Живей. Плохие парни сейчас плохо себя поведут.等到这时候了，计划必须成功，他们快就知道了。 刚刚那是什么鬼？ 还有谁？啊，баиньки。 Эй, а что это? Это же принадлежит... Стоять! Знаешь... Если бы мне платили за все стоять. Эй, Пит. МДжей? Что ты тут делаешь? То же, что и ты. Работаю. Ну или... работала. О, кажется, это твое. Ага, спасибо. Это Робби велел написать о взломе для Бьюгла? Ну, вообще-то Робби не знает, что я здесь. И взлом начался лишь пару минут назад. А что? Сейчас расскажу. Простите? Я Мэри Джейн Уотсон, освещаю продажу коллекции Фиска. Да, но... Крейг сказал, что встреча завтра. Я люблю все делать быстро. Ну, а я нет. Вам придется прийти завтра. Да, конечно. Простите. Эй, Крейг. Нет, извини, но...
Похоже, на обложку придется ставить что-то другое. Даже не знаю, может, того экспрессиониста? Знаете что? Я думаю, сегодня получится. Вы уверены? Вы здесь, зачем же откладывать? Спасибо. Крейг, забудь. Порядок. Давайте приступим. Осмотритесь тут и ознакомьтесь с предметами. Как закончите, я буду ждать у статуи Баку. Сейчас. Фиск нанес этим Питеру глубокую рану во время их первой схватки. Пит смог уйти, я нашла его у дверей почти... Помню, как Фиск начал незаконно возить такие артефакты. Он купил для этого местный порт и уволил всех. Иногда мне кажется, что вся история мира... Симкария. Что-то было в новостях? Как же Фиск это называл? Ванесса? Киото. Красота. Иногда я хочу бросить все и просто путешествовать. А потом вспоминаю о работе и всем остальном. Эта трость меня бесит. Безвкусица.